Синди Кроуфорд. Секрет идеальной фигуры. Все думают, что у модели совершенная фигура, все думают, что я совершенная фигура, потому что я бегаю, прыгаю, плаваю, но это неправда. Я никогда не концентрируюсь на тех вещах, которые мне нравятся. Я постоянно думаю о том, что мне нужно делать. Мне очень нравится узнавать, какое упражнение наблюдать, как эта мышца прокачивается, как она работает. Я очень хотела быть стройной, в руках, а в своей талии. Теперь я не чувствую себя как слабая женщина, я чувствую себя как силач. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя уверенными, спокойными и слегка уверенными. Это так непросто. Да, это так. Я познакомилась с Раду в Нью-Йорке. Я многое слышала о нем, и однажды я отважилась на тренировку с ним. Тренироваться. Мне было очень сложно, поверьте мне. На следующий день я двинуться не могла. Некоторые называют Раду касаткой. У него очень серьезная репутация. Он нажимает на вас и играет с вами. Сразу хочу попросить вас, и это очень важно. Просмотрите пленку от начала до конца, прежде чем вы приступите. Когда вы наконец начали тренироваться, вы не смотрели на телевизор, а смотрели на свое тело. На этой пленке у нас три различных тренировки. Первая и вторая тренировки, они как бы работают вместе. В первой тренировке мы начинаем с разогревки, потом делаем растяжку для ног, потом идут упражнения на ягодицы, грудь, спину, пресс. На второй тренировке мы опять же начинаем с разогревки, потом упражнения на ноги, потом плечи, руки, пресс и растяжка. Тренировка. Она рассчитана всего на 10 минут. Вы можете выполнять ее, когда у вас нет времени. Для наших тренировок вам понадобится набор гантелей, стул со спиной, полотенце и бутылка воды. И помните, это не аэробика, но наши тренировки в подходах. Так что если вы только начинающий, вам не обязательно делать столько повторений, сколько я делаю. Делайте столько, сколько вы можете. И не расстраивайтесь, потому что в конечном итоге самое главное – отдыхать между подходами. Первая программа. Ну, начали. Ноги на ширине плеч, выдохнули. Руки вверх вдохнули, руки вниз выдохнули. Руки вверх вдохнули, руки вниз выдохнули. Руки на пояс. Голова вперед, назад. Разогреваем шею. Теперь из стороны в сторону. В одну и в другую сторону. Смотрим через плечо. Круговые вращения головой. Осторожно выполните это упражнение. Не растяните шею. В другую сторону. Теперь вращаем плечами назад. Теперь вперед. Разогреваем плечи. Скрылись, закрылись. Вращение руками. В другую сторону. Боковые. Это упражнение очень полезно для вашей талии. Приготовьтесь, Николай. Одна рука над головой. Теперь маленькие развороты.
увеличьте амплитуду. Вороты по полной амплитуде. Руки вверх потянулись, наклонились, дотронулись до земли. Потянули. Стороны в сторону. Это упражнение тоже очень полезно для вашей талии. Теперь вращение корпусом. В другую сторону. Не забывайте про дыхание. Вращение талии. Ноги не сгибайте, толкайте бедра. В другую сторону. Так. Ноги поставь пошире плеч. Покачи. 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь присели на одну ногу. Вторая нога прямая, пальцы смотрят вверх, вот так. Теперь присели на другую ногу. Согнули одну ногу. Вторая нога идет назад. Потянулись немножко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Покачивание. 4, 5 и 6. Поменяли ногу. 4, 5, 6. Пристали. Легкие покачивания. 3, 4, 6. Достаточно. Стряхнули ноги, руки. Теперь мы приступаем к основной части тренировки. Вам... Сейчас я возьму воду. Поставлю ее рядом, потому что она мне понадобится. Начнем с махов. Самое главное, осмотритесь так, чтобы сзади не было мебели, потому что мы будем выполнять махи. Начнем с легких махов. 4, 5. Двадцать. Так, поменяли ногу. 1, 2, 3. Ногу поставили поближе к стулу. И вот такие легкие махи. Изолированное движение. Используйте стул. Поменяй. И 1, 2, 3. Теперь махи в сторону, я никакой мебели. Нога. И 2.
И три. Самое главное — чувствовать, как работают мышцы. И 20. Встряхните ноги. Теперь я стану лицом к вам, чтобы вы поняли, что я делаю. Те же самые махи, но только теперь вперед и назад. Неважно, с какой ноги вы начинаете. 6. 7. Спина прямая. 8. 9. И 20. Встряхнули ноги. Хорошо. Поднимаем ногу, потом в сторону. Быстрое, резкое движение. И раз, и два. И раз, и два. И 10. Повернулись. Если у вас... Повернулись. Это следующее упражнение полезно вот для этой группы мышц на ногах. Сворачиваем колено. Слегка помогайте своей рукой. 5, 6, 7, 8, 10. Теперь то же самое, только поднимаем через бок и движение внутрь. 3, 4, 5, 6. 9, 10. Хорошо, повернулись. Другая нога. Раз, два, три. Девять и 10. Старайтесь поднимать колено как можно выше. Это очень сложно, но со временем у вас получится. Смотрите внимательно. Нога идет назад, потом через сторону возвращается. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, теперь в другую сторону. Поднимаем ногу, сгибаем в колени и ведем назад. 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Теперь другая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 10. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, семь, 8, 9, 10. Хорошо. Встряхнули ноги. Немножко передохнем, глотнем воды. Так. Теперь другие махи. Я разверну стул так, чтобы вы видели. Ближайшая к стулу нога идет вперед. Вы ее сгибаете, так, чтобы здесь было 90 градусов. Вы приседаете и... махас. И то же самое делаете с другой ногой. Приседаете и мах ногой.
и ноги. Во время этого упражнения у меня всегда сбивается дыхание. Второй подход. Приседаем. И 10. Остался последний подход. Утяните ноги слегка. Выдохлись. Это необычная аэробика. Так что, если у вас без дыхания, ничего страшного в этом нет. Убираем переднюю ногу, беремся за стул и мах ногой. Последний подход. И 2, и 3. Хорошо, 5. И 10. Хорошо. Очень хорошо. Немножечко передохнули, встряхнули ноги, глотнули воды. Если у вас нет ковра, положите полотенце. Положите его на пол. Глотните воды. Дальше будем работать над ягодицами. Возьмите руками за ножки стула. Левую ногу поставьте на край стула. Правая нога на левой ноге. Жмите до самого конца. Иначе мышцы останутся непрокачанными. 5, 6, 7, 8, 10. Так, поменяли ноги. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Опять поменяли ноги. За стул нужно держаться. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это упражнение изолирует. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко. Расслабили спину. Так, теперь можно убрать стул. Нижняя нога согнута. Вторая нога прямая, поднимается вверх. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 и 20. Повернулись на другой бок. И не забывайте сгибать нижнюю ногу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. И становитесь на корточки.
Одну ногу согните в колени, поднимите ее и толкайте вверх. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Так, поменяли ноги. С другой ногой. 3, 4, 5, 6, 7. Самое главное, не проваливайте плечи. Спина должна быть прямая. 18, 19 и 20. Теперь провалитесь назад. Вытяните ягодицы. Глотните воды, если хотите. Теперь верхняя часть с простых отжиманий, легких отжиманий. Руки поставьте чуть шире плеч. Позвоночник прямой. Вы смотрите прямо перед собой. Самое главное здесь и не сгибать. Потянитесь немножко. Хорошо. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Восемь. Девять. Десять. Опять потянулись. Последний подход всегда самый сложный. Хорошо. Приготовьтесь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Потянули руки, плечи. Потянулись.